есть две функции. Либо стрелять, либо водить. Давай я буду водить. Давай, да? А я буду стрелять. Все, удачи. Все, потом встречаемся. Так, мне следом, да? Первым делом мы садимся, ага. Смотрим на все датчики, показания спидометра, запоминаем. Очень жарко, а здесь есть что-нибудь, там, вентилятор какой-нибудь? Как вообще охлаждаетесь? Из-за люк открыть можно? Там, или что-то? Люк при движении открывать запрещено категорически. Ну, у нас есть этот кондиционер. А, кондиционер есть? Да, есть кондиционер. Вот он. С правой стороны у нас находится. И вот движением мы тумблером быстренько включаем. Здесь... Вот это вообще кайф! Господи, как чудесно! Вообще супер! Все, я готова. Готовы? Вот это да. Нажимаем, отжимаем сцепление. Так, сцепление. Включаем передачу. Ах! Есть? Ручника не забываем убрать. С ручника? Да, да. Мусор убирать. Вниз. Есть? Что, можем? Все, теперь втрагиваем. Сейчас медленно отпускаем сцепление и плавно нажимаем на газ. Ой-ой-ой. Вообще, на самом деле, первые мои ощущения были такие, как мне хоть немножечко проехать, и у меня не получилось проехать. Ну, сейчас нейтралка. Так, нейтралка. Все, делаем первую. Отпускаем газ, даем обороты. Отпускаем. Движение. Газу. Переключаем уже? Газ даем. Мы 2500 набрали, степени и вторая. Поехали, да газу. Да не просто, нифига. Анна, мы все прошли. Прекрасно, мне понравилось. До первого раза у вас очень неплохо получается. Спасибо. Теорию и практику, я думаю, вы усвоили. Вот. К сожалению, я больше не могу с вами ездить. У нас сейчас время обеда. А, ну конечно. Да, сейчас нам на данный момент надо выключить оба тумблера вниз. Угу. Есть? Все, и вырубаем массу. Батарея, масса. Все, отключаемся. Все, да. Анна с звездой как бы справилась, да, но это бывает, совсем бывает. Даже со мной такое было. На войной. Обед по расписанию.